Сербская книга на русских книжных ярмарках, на русских книжных салонах представлена в значительной мере, и все благодаря сотрудничеству, тесному сотрудничеству университетской библиотеки с Министерством культуры Сербии, которое уже долгий период времени работает над проектом популяризации сербской литературы, проектом перевода сербской литературы на русский язык. И я могу сказать, что действительно сам проект, вот несмотря на то, что я начала с таких очень слов, может быть, значительных, может быть, даже крупных, там, ну, значительно работаем и так далее, но этот проект, он осуществлялся буквально шаг за шагом и этап за этапом, и каждый год он рос, каждый год он обновлялся, каждый год он оформлялся в неких формах сотрудничества, которые были все лучше и лучше. Поэтому я могу сказать, и это, наверное, вот знак хорошего проекта, что он учитывает все недостатки, он учитывает все сложности, которые не всегда на проекте, на момент вот этот проектирование какого-то мыслительного, да, видны, и учитывая все эти сложности, он все-таки дает плоды, дает иногда серьезнейшие некие вещи, которыми можно гордиться. Ну, это прежде всего сотрудничество с Институтом иностранной литературы Родомино, которое, наверное, осуществило себя в самом большом проекте. Это 100 славянских романов. Это сотрудничество с издательским домом «Алитея», которое открыло несколько библиотек внутри своей издательской, так сказать, линейки предложений, и византийская библиотека, и библиотека поэзии и прозы представлена здесь в достаточной мере широко, и сербская историографическая литература, и сербская литература, когда речь идет о публицистике. Прежде всего, это, конечно же, тематика «Алитеи», и в данном случае я хочу поблагодарить Игоря Савкина, который действительно может быть наш самый такой верный, да, и значительный наш партнер в этом плане, потому что литературу такого вида довольно сложно издавать. Она должна иметь свою таргет-группу, свою тематическую группу читателей, которым это интересно. Это также издательский дом «Скифия» из Санкт-Петербурга. Это Игорь Знаешев, которая начала тоже дерзкий проект, проект «Сербика», проект перевода современной сербской поэзии и прозы, которая русскому читателю может быть была интересна, и может быть и была интересна, конечно же, и представляет лучших наших современных писателей и поэтов. И причем поэзия, опять же, кто в издательском деле с издательствами работает, понимает, как это сложно делать. Это и отдельные проекты, но проекты действительно интересные. Это вот как раз мы упомянули поэзию, и следует упомянуть издательский дом «Дар», и следует упомянуть антологию двух поэтов под одной обложкой, двух поэтов, которые, что очень сложно, потому что это разные, так сказать, лирические векторы, и вдруг эти разные лирические векторы должны быть не просто объединены под одной обложкой, а должны иметь некую общую составляющую. Вот
такой интересный проект получился. И, конечно же, проект, о котором я отдельно хочу упомянуть, может, чуть дольше, это проект, который связывает университетскую библиотеку, вот здесь, в стенах которой я нахожусь, и университет в Воронеже, где вышла антология, перевод антологии сербской военной прозы 20 века, значит, перевод антологии, автор антологии был Младен Вескович, и вот эта великолепная антология, которая действительно представляет не просто лучшие художественные образцы сербской прозы, но и каждый из вот этих рассказов этой антологии, это еще свидетельство сложной и нелегкой сербской истории. Вот все это, конечно же, не просто интересно было в рамках того, что вот появилась антология, вот она переведена, и вот русский читатель с этим познакомился, но это было еще интересно, что, наверное, мы первый раз осуществили проект, который связывает две университетские институции, два университетских издательства. И мне очень хочется, чтобы вот такие виды проектов, они осуществлялись, потому что они не просто представляют тогда перевод, а перевод делали, кстати, и студенты, и молодые исследователи, молодые преподаватели Воронежского университета, да? Но в данном случае вот это еще просто прямая связь, непосредственная связь между академическими институциями, вот то, что мы говорим в рамках академического обмена, и который он иногда очень великолепно выглядит на бумаге, но на практике он не всегда виден, не всегда зрим. А здесь вот и была великолепная презентация в Воронеже этой антологии. И я думаю, что подобные проекты должны продолжаться. И я думаю, что вот несмотря на всю эту коронавирусную ситуацию вокруг, так или иначе, Сотрудничество будет, мы будем придумывать разные формы сотрудничества, разные виды сотрудничества, а вот издание книги, перевод книги, работа с книгой, оцифровка книг, а мы, кстати, готовим проект оцифровки книг русской эмиграции, книги, периодики русской эмиграции. Вот, в принципе, это все нас еще ожидает, все это осуществимо, и все это, ну, во-первых, прежде всего будет доступно читателю, а во-вторых, это то, с чем необходимо работать и с русской, и с сербской стороны.